Этот матч чемпионата Испании признан лучшим в 28-м туре. Бетис, идущий нога в ногу с Барселоной, вырвал победу у чемпиона страны. Здесь героем встречи стал футболист испанской сборной Альфонсо. Но первыми успеха добились футболисты из Севильи. На 30-й минуте, вы уже видели, мяч забил аргентинец Эснайдер. На поле шла жесткая, порой грубая борьба, и арбитр, говорится, применял санкции. Футболисты Бетиса отыгрались через 6 минут. Великолепный удар Альфонсо нанес метров с 20 с полулета в падении. Прекрасный удар. И мяч влетел в верхний угол ворот. Не правда ли? Такое мы видим нечасто. Теперь фрагменты второго тайма. Свой второй мяч Альфонсо забивает уже, находясь в 10 метрах от ворот. Ставил мяч на грудь, сбросил на землю и точно ударил низом. 2-1, Бетис выходит вперед. А потом шла игра с переменным успехом, и защитник Видакович неожиданно посылает мяч в собственные ворота. 2-2. А это концовка встречи. Идет последняя минута матча, и Альфонсо здесь забивает свой третий мяч. 3-2, победа Бетиса. В этом туре выиграли Реал и Барселона. Барса победила Компостеллу 3-0, а Реал не без труда одолел Расинг. Причем после первого тайма лидер чемпионата проигрывал 0-1. Но игра проходила с небольшим преимуществом Реала в первом тайме. И вот Шукер мог отличиться, и другие футболисты. Тем не менее, вот на последней 45-й минуте тайма футболисты Расинга выполняют угловой и хорошо играет Каррера. Головой он сыграл прекрасно. Тренеры нам показывают одного и другого, дают указания перед началом второго тайма. Во втором тайме Реал сумел переиграть соперника, забив два мяча в течение 2 минут. Отвечаю, великолепные передачи. Какой хороший, удобный пас из глубины поля. И Рауль перебрасывает через вратаря, который погорячился и вышел вперед. Это было на 66-й минуте. На 68-й вновь великолепный пас. И уже Зидоров переигрывает вратаря. 2-1, победа Реала. Фабио Капелло доволен.